Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Lost Light. Сегодня в видео мы затронем такую тему, как вайп, колбы для вайпа, точнее сыротки, антитела и так далее. Ну и в этом видео разыграем, получается, две сыротки для вас. Поэтому всем желаю приятного аппетита, всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. Итак, давайте сначала разберем, что такое вайп вообще. Те, кто уже давно играет, он уже знает, что такое вайп. Те, кто только пришел, для вас рассказываю. Вайп – это, получается, чистка данных вашего персонажа. То есть вайп длится 3 месяца, если не ошибаюсь. За эти 3 месяца вы играете, прокачиваете своего персонажа, там уровень, склад, оружие и так далее. Когда проходит 3 месяца, все это обнуляется, и вы начинаете заново. У некоторых пропадает интерес, и они уходят с игры. Некоторые даже больше, типа, появляется интереса, потому что новые фишки, новые приколы, новые баги и так далее. И они остаются играть дальше. Почему люди вообще уходят? Почему люди приходят? Смотрите, получается, есть два типа людей. И некоторые играют, им просто надоедает эта игра за 3 месяца, и они уходят. Некоторые уходят из-за тех, то, что они теряют все. То есть он 3 месяца собирал, да, потерял все, и ему заново не в кайф собирать. Для этого есть сыротки. Что такое сыворотки? Смотрите, сыворотки — это вот такие вот колбочки, которые вы должны собрать. Где их можно собрать? Их можно собрать четырьмя способами. Это первое — ивенты, второе — купить за донат, третье — купить за виртуальную валюту, а точнее за 20 миллионов. И четвертый способ — это просто найти на карте с маленьким-маленьким шансом, но все же можно найти на карте. Поэтому переходим к следующему. Вайп. Вайп — это у нас чистка данных, как я говорил уже. У вас, если вы не собираете эти три сыротки, то вы полностью обнуляетесь, прям под ноль. То есть там, вплоть до имени, заканчивая там всеми вашими предметами. Если же вы собираете три сыротки эти, то у вас что остается? У вас остается прокачка склада, прокачка там торговли, стойки и так. То есть всего этого прокачка у вас остается, кроме рейтинга, уровня и пассивных навыков. Это все у вас пропадает, независимо, есть у вас сыротки или нету. Также у вас остаются донат предметы, которые вы покупали за донат. Если вы покупали донат, допустим, такие вот скины, вот очки там и так далее, замененки для рюкзаков, это все остается. Это остается вне зависимости, есть у вас сыротки или нет сыротки. Это донатные вещи никогда не пропадают. С недавних пор такую фичу ввели. Поэтому переходим дальше. Что такое вообще антитела? Антитела — это вот такая фигня, которую вы собирали, ну и сейчас вы собираете, просто они сейчас ни к чему. Раньше вы их сдаете, у вас должны были эти 4 колбы заполниться. В прошлом вайпе мы собирали прям вплоть до последней, наверное, недели. Мы собирали. В этом вайпе собрали буквально за первые 2 недели. Видно то, что люди прибавляются в игре, онлайн больше растет, поэтому и собирается быстро. Также вам нужно собрать такие 3 штучки. Если вы собираете их, как я говорил уже, то вы как бы ничего не теряете. У меня их 4 уже из 3, будет еще больше. Поэтому я для вас разыгрываю 2 такие штучки. Третью, думаю, вы сами найдете уже. Что нужно для этого? Для этого нужно подписаться на канал, поставить лайк под этим видео, написать комментарий, вступить в мой Discord канал. И через ровно 3 недели, либо уже на 2000 подписчиков, которые у меня будет скоро, я запущу стрим и разыграю для вас эти 2 сыротки. Думаю, тем, кому не нужны, это будет хороший буст. Тем, кому не нужны, просто их продадите. Как их продавать, я вам сейчас объясню. Смотрите, если у вас есть вот такой ферослет, вы берете, используете, нажимаете на колбочку и можете ее продать. Опять же, можно не все продать, потому что, смотрите, есть 2 типа колбы. Если мы зайдем, у меня есть ограниченная, а есть просто, видите, сыротка. Ограниченная — это именно которая вы, допустим, купили. Это вам выдали, либо вы ее где-то получили, либо вы ее нашли. Ее можно, видите, продавать. Опять же, сколько она стоит? Она сейчас 22 миллиона. Не знаю, кто такие ценники ставит, если можно купить ее за 20 у Хайди, но все же. Поэтому условия для розыгрыша я рассказал. Участвуйте, всем желаю удачи, а именно желаю тем, кому она действительно нужна. Поэтому на этом моменте я с вами прощаюсь.